Так, не сделаете ли мне одолжение? Да. Выложите сюда деньги из кассы, пожалуйста. Что вы имеете в виду? Из кассы. Выньте и сюда положите. Я вас граблю, сэр. Вы уверены? Да, я уверен. Почему вы хотите это сделать? Мне деньги нужны. Мне детей кормить надо. Я все понимаю. Я очень извиняюсь за то, что мне приходится делать это, но у меня дети. Может, я дам вам $40 и разойдемся? Ну нет, на это я пойти не могу. Мне за жилье надо платить, счета всякие. И детям, кушать надо. Спасибо вам большое. Очень вам признателен. Очень прошу меня извинить. Если я когда-нибудь встану на ноги, сэр, я верну. Очень жаль. Да поможет вам Бог. И вам тоже. Спасибо большое.